а ви не можете якось вплинути на спортивну програму каналу «Україна»? Вас не дратує, що вони критикують всі клуби, крім «Шахтаря»? Взагалі не виникло якихось ідеологічних внутрішніх суперечок, коли погоджувались тут працювати? Де тут? Ну, на каналі «Україна» мається у вас. Ні, суперечок не було. Щодо футбольного вікенду, то ми товаришуємо з Олександром Денісовим. Ми йому пісню написали для цієї програми. Її важко назвати незаангажованою. Але своє завдання ми виконуємо. Фози, вы не думаете со временем окончательно уйти в журналистику и писательство? Сейчас вы ведете проекты сразу на двух каналах, выпускаете книжки. Хватает ли сил на музыку? Какое занятие для вас в приоритете? Спочатку, звичайно, музыка. Сейчас с чемпионату света я вів программу «Третий тайм», а у нас были гастроли в Канаде. Но я так и сказал, что, вибачте, 4 дні мене не буде. Потім повернувся, в нас були там гастролі в Харкові, в Дніпропетровську, так само я відмовлявся від ефірів. Це можна дуже просто поєднувати. На комп'ютерні ігри. Плохі. Поломились на нього після цього случаю. Запустили в блогах. Гадьоныши. Видел, як Путін на трьох жовтих калинах їде? Ні. Ну, писяться можна. Одна, вторая, третя на лафеті. Да, ну. Ребята, вам не кажется, что большинство попыток делать юмористические проекты в нашей стране провальные? Не боитесь, что ваша также закончится неудачей? Посмотрим. Все зависит от многих нюансов. То есть, как бы, любой проект, успешность любого телевизионного проекта зависит от очень многих составляющих. Мы помним, что рассмешить зрителя – это сложнее всего. Чем заставить его плакать, да. Мы не ищем легких путей, ты это хотел сказать? Мы не юмористы. Вот. Но попытались. А вообще эта идея оригинальная или куплена за границей? Она самым оригинальным образом куплена за границей. Поклонниками какого юмора вы сами являетесь? В духе Comedy Club, Прожектор Paris Hilton или, боже упаси, Кривого зеркала? Мы являемся поклонниками, горячими фанатами юмора в стиле «Теория большого взрыва». Далее Кай спрашивает. Саша, вы еще не заразили Олега любовью к спорту? Погод, не думайте присоединиться к футбольной сборной? Насколько вообще следите за спортивной жизнью? Не-не-не, пока ФОС не научится уравновешенно играть в футбол, меня там не будет. А так как он не научится играть уравновешенно в футбол никогда, то соответственно. В другой команде могу поиграть. А насколько следите за спортивной жизнью? Ну, ФОС следит, я так понял, очень сильно. Я постольку поскольку. Я просто люблю красиво, ну, если говорить про футбол. Я люблю футбол, правда, но очень, ну, когда это красиво. А так, чтобы маньячить этим и помнить, в каком году, какая сборная, какую сборную я был, какой игрок сборной, в какой минуте кому что забил. У меня головы на это не хватает. Это не по моей части. Это вот к мальчику.
Антон спрашивает: Фагот, почему и в «Танцую для тебя», и «Народной звезде» ты выступал с песней «Гранулы», а в конце целовал партнершу? Не надоело так повторять? Еще раз. Почему в «Танцую для тебя» и в «Народной звезде» ты выступал с песней «Гранулы», а в конце целовал партнершу? Не надоело так повторяться? По поводу песни «Гранулы» это был выбор канала. Я каждый раз уже пытался настаивать, чтобы выбрали какую-то другую песню, но как «Плюсы», так и «Украина» настаивали на том, чтобы это были «Гранулы». Они считают это, они считают эту песню для шоу самой удачной, скажем так. А по поводу «Целовал партнершу», Почему? Хотя нет, почему? Я помню, с Женькой мы поцеловались, потому что это был первый танец, и это все было просто экспромтом. А с Леркой я помню. С Лерой просто понимаю, куда мы с Леркой мы поцеловались, потому что это нужно было по постановке. Во, я вспомнил. Это же была уже практически последняя наша песня, и так режиссер попросил. Все очень просто. Я не собираюсь этим шокировать публику. Шокировать публику есть чем. Да, Саша? Я тут вообще не предела.